Opel Zafira Life. Вот такая вот. Двигатель стоит от Citroen, и блок управления тоже от Citroen. DCM-6.2. Вот мы как раз его читаем. Будем отключать сажевый фильтр, клапан EGR, ну и, естественно, топливную присадку, мочевину так называемую. Вот это Opel, но с ситроеновской начинкой. Здесь тоже все по-ситроеновски. Адаптер используем Dialink. Вот чтение подходит к концу. Прошивочку модифицируем и потом зальем назад. Все, чтение успешно.